Мам, тебе каким языком еще объяснить, что я занят? В аэропорт, все, давай. Послушай, без меня пускай ничего не решают, ясно? Все. Хотя бы не сегодня, вот хотя бы не сегодня у твоей дочери концерт. Блин, я еще раз повторяю, это не от меня зависело. Да, а когда от тебя вообще что-то зависело? Едем. Едем, едем. У нас в машине не курят. А у нас в стране курят. Или ты что указывать будешь, что мне делать, а? Баранку крути свою. Ты вообще знал, что так упадет все? Все, погоди. Ма, ты можешь не звонить мне! Ты достала уже! Как у тебя вообще это получается? У тебя просто талант! Марин, можно не здесь это? Ты даже любой поход на утренник можешь. Да ты можешь хотя бы на 5 минут заткнуться? Ты что, мне нравится, что достал меня! Да? Вообще кайфуй от этого! Да, ты кайфуешь от этого! Да, конечно, я у тебя опять во всем виноват. Я не сказал, что ты во всем виноват. Я понять не могу, а? Чего вы к нам в сторону претесь? Не, самое интересное, знаешь что? Вот ты вот не русский, да? Работаешь таксистом в России. Это что за бред вообще, а? Ты чего молчишь, алё? А у меня другие почему-то. Не-не, подожди, сейчас я запишу. Ручка есть? Спасибо. Я перезвоню тебе. Это мой отец слева, Захидин Сагипов. А рядом его друг Иван Смирнов. 45-я стрелковая дивизия, 43-й год. Мой дед тоже воевал. Я распробовал ни о чем не думать. Помнишь, как в детстве? Когда ты искренне радовался мелочам и с легкостью прощал обиды. Когда своей наивной глупостью мог рассмешить всех вокруг. Ты мог изменить мир взрослых. И тебе казалось, что детство никогда не закончится. И ты даже не замечаешь, как слово «мама» становится для тебя обыденностью. Наивность меняется черствостью, и жизнь становится рутиной чередой дней, забирая у тебя самое ценное – способность чувствовать. Но порой всего лишь один маленький случай возвращает тебя в прошлое, напоминая тебе о главном. О любви, близких, благодарности и о том, что ты все еще человек. Миллер. Пробуждаем в людях все самое лучшее.